Что-то пошли мы тут за грибочками. И интересное местечко нашли. Один трак. Вон. Еще один трак очищается. Тут какая-то железяка. Нева вся забитая. Трос. Удачненько. Сейчас попробуем повынимать все. Много тут чего. Вечереет. Вот. Но мы так и не ушли с этой полянки. Короче, один тут трак, второй трак, третий. Причем половину мы уже загрузили как бы в машину, да? Ну, штук 5 траков там. Велосипед тут, седло. Я тут вместе с седлом бардачок нашел. Здесь у нас вообще кусок гусеницы. 5 штук. Продолжаем искать трактор. Он где-то там должен быть, потому что колесо вон что, валяется. Теперь дернем попробовать? Сейчас деранем, да. Сейчас ничего не мешает уже. Ой. Так что, вот такие вот интересные находочки. О. Да прикинь, смотри, ставить просто решил, слушаешь? О, еще что-то. О, тут от плуга. Там что-то, вот здесь у нас уже траков там всяких накидано столько, что это вот все с того раза. Крыло. Вот. Так что мы сейчас, наверное, еще пару часиков, да? И соберем либо трактор, либо велосипед. О, погнали дальше. Короче, вчера стемнело. Не могли точно заснять ровненько. Ну, это вот все, что вчера наковыряли, видите. И вот приехали, не могли разгрузить. Темно уже было. В баню нас позвали. Вот так, сейчас разгрузим. Вот такая огромная куча. Причем находятся такие раритетные вещи, как вот, допустим, одна подкова, вторая подкова. Это вот вешалка. Блин, довольно-таки такая мощнявая. Весы. Два серпа. Два серпа. Это, как она? Мясорубка. Мясорубка. Уже забыл, как, блин, называется. Траков полно. Траков немерено просто. Мне кажется, если бы мы там еще два часика полазили, то было бы еще пару траков. Почему-то полно велосипедов, вот, поломанных. Ну ладно, разгружаемся. И поедем сегодня еще немножечко по монеткам пройдемся. Уже даже лопатку приготовили, приготовили приборчик. Вот. Водички взяли, пикпоинтер. Закопаешь. Ручка шулит что-то. Да. Интересненько. Ладно, дом помоем. Нет, ничего. Нет. Ага. Юра. Гвоздь. Бывает. Вырубился. Здесь все.
Кольцо. Все. Ладно, вкладывай. Вот это место аккуратно рассматривай. Может быть и сбоку. Видишь, потерялся. Вот она где-то здесь. Вот. Вот тут. Видишь, не извини, значит еще где-то. Вот она копеечка. Стоп, ну. Давай, она. Что это? Не, надо посерьезнее к этому относиться. Короче, тут вот. Вот она. Тут попробуй. Еще что-нибудь. Опа. Опа. Опачки. Какого года? 19-го. Что 19? Ой, 49-го года. 49-го. Дай-ка. Это у нас получается вторая, да? Да. Подожди, а точно она 49-го? 49-го, да? Потерял? Нет. Просто тут слишком много чего. Ну а зачем ты положил там, где слишком много чего? Смотри. Она, походу, она где-то здесь. Ну. Вот ты и нашел. Что это такое? Не знаю даже. Я тоже не знаю, что это такое. И как с этим бороться? Ну, откладываю, просохнет, посмотрим. Сейчас я еще пробью. Не, ничего. Выключай.